Добрый вечер, уважаемые слушатели. Начинаем первый концерт из цикла, посвященного 90-летию со дня рождения народного артиста России, профессора Московской консерватории Сергея Леонидовича Доренского. На сцене симфонический оркестр Московской консерватории, художественный руководитель Вячеслав Валеев. Солисты, ученики Сергея Леонидовича Доренского разных лет. Лист, концерт номер один для фортепиано с оркестром ми-бемоль-мажор. Солист Александр Малафеев, дирижер Вячеслав Валеев.
Брамс, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром си бемоль мажор, сочинение 83, первая часть. Солист Арсений Тарасевич Николаев.
Грик. Концерт для фортепиано с оркестром «Ля минор». Сочинение 16, первая часть. Солист Филипп Копачевский.
Thank you.
И в заключение первого отделения Рахманинов, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром до минор, сочинение 18, 2 и 3 части. Солист Николай Кузнецов.
Закончилось первое отделение, антракт.
Далее в нашей вечерней программе Брамс. Концерт номер один для фортепиано с оркестром Ре минор, сочинение 15, первая часть. Солист Алексей Мельников, дирижер Вячеслав Валеев.
Шопен. Концерт номер два для фортепиано с оркестром фа минор, сочинение 21, 2 и 3 части. Солист Георгий Чиидзе.
И в завершение нашей программы Рахманинов. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром ре минор, сочинение 30-е, 2-я и 3-я части. Солист Константин Емельянов.